Итак, всем привет, с вами Сергей Чураков, и это срочное видео я делаю, так как сейчас идет массовая рассылка в скайпах по взлому аккаунта. Я сейчас включу виртуальную машину для тестирования той ссылочки, которую сейчас всем шлют, и уже ряд людей просто лишили своих скайпов. На виртуалке я запущу Linux. И, например, ну, пусть будет роса, можно Ubuntu, это не важно. Запущу росу сейчас. Пускай роса запускается. Так, сейчас. Ага, окей. Так, все, роса запускается. И пока она запускается, я вам покажу, в чем суть. Открываю, значит, Skype. Давайте я вам покажу эту массовую рассылку. Информацию я получил от Александра Казадаева. То есть у него опять увели Skype, вот этот Алекс Марин, да. Итак, Виктор Дегтярев взломан, от него идет взлом. В честь дня рождения Skype действует акция с 9.07.2016 по 12.07.2016. Каждому участнику дается внимание 30 евро бесплатно на счет Skype. 25 евро вам для голосовых звонков, SMS. Купон на 5 евро, который вы можете подарить вашему другу. Не ходи по этой ссылке, а лучше сделай ролик. Точнее, ходи по этой ссылке, но не вводи свои данные, а лучше сделай ролик. Ну, короче, Александр меня предупредил. Я вам сейчас покажу, что я уже не только от него получил эти сообщения, а еще от ряда людей. Итак, Сергей Герасименко, вот он уже взломанный. Значит, что-то я ему помог где-то. Значит, все, его уже нет, можно сказать. Можно удалять. Удалить из списка контактов. К сожалению, приходится прощаться. А дальше, второй человек, где-то я здесь видел. Вот он как раз, Виктор Дегтярев. Вот он, наш гвоздь программы. И его тоже придется удалить. Удалить из списка контактов. Возможно, еще от кого-то, ну, пока нету, пока нет. Хорошо. Теперь, значит, возьму эту ссылочку, скопирую ссылочку, так, и иду в нашу виртуальную машину. Так, вот она, виртуальная машина. Сейчас ее врублю на полный экран. И смотрите, включаем Mozilla на виртуалке, то есть с основной операционной системой ничего не случится, поэтому здесь я могу пройти по ссылке и делать вообще любые эксперименты. Так, удаляю, короче, в адресной строке вставляю эту ссылочку и перехожу. И давайте посмотрим, что здесь. Обратите внимание, как они красиво все сделали. То есть фактически здесь идет подмена официального страницы Skype, то есть они слезали, как бы похожую страницу на Skype. Здесь говорят, предлагают вам ввести данные от вашего Skype и пароль. А теперь самый смак, то есть всегда смотрите на домен. То есть skype.gift, косачерта, вопрос и вот это вот. Официальная страница Skype выглядит абсолютно по-другому. skype.com, по-моему, она. То есть официальная страница Skype выглядит абсолютно по-другому. То есть вот таким образом. Тут фактически идет лендинг такой. Тут много всего, и внизу в футере вот как все сложно. Тут очень мощно сделано. Эта же страничка сделана буквально на коленках. Это элементарно делается. То есть вы оставляете свои контактные данные и лишаете своего скайпа раз и навсегда.
Итак, понравилось данное видео, передавайте своим партнерам, чтобы никто из ваших партнеров не попался. Ставьте лайки, пишите комментарии. После этого видео будут еще ссылочки на другие способы, как люди попадают на Skype, и также я дам советы по Skype. Оставайтесь на связи. С вами был Сергей Чураков. До скорых встреч. Всем пока-пока.